Что будет с погодой в выходные, узнаем у нашего дежурного синоптика. Сегодня из гидрометцентра в эфир вечерних новостей выходит Людмила Паршина. Людмила, ну в последние дни по центральным регионам прокатились грозы. Что в выходные будет? С антициклоном, который пришел с запада, погода в центре России станет спокойнее. И опять благодаря его влиянию жара будет нарастать. Днем 28-33 градуса. В Воронежской и Тамбовской областях до 37. В субботу без осадков, а вот в воскресенье, в понедельник пройдет грозовой дождь с порывистым ветром. И в начале рабочей недели температура понизится градусов на 8. Жаркие выходные в Поволжье до 31-33, в Саратовской и Оренбургской областях вообще 36-38. Возможны дожди с грозами. В Оренбургской области в субботу сильные ливни с градом. При грозе ветер до 15-20 метров в секунду. В связи с тем, что дождей было мало и жара почти не спадала, высокая и чрезвычайная пожарная опасность наблюдается в Удмуртии, Кировской и Ульяновской областях. А что на севере? Там уже бывают затяжные дожди, и прохлада нередко поступает с Баренцева моря. В Мурманской области и Ненецком округе дожди днем 14-19. В Архангельской, Вологодской областях и Коми еще чувствуется лето, днем до 28 градусов. В Карелии прольются дожди, в субботу местами сильные, прогремят грозы, днем плюс 17, плюс 22. На северо-западе тоже ливневые дожди, грозы, ветер 15-20 метров в секунду, в субботу жарко, днем 24-30, в воскресенье похолодает до 18. В Калининградской области дожди будут небольшими и кратковременными, днем 19-23 тепла. Но в разгаре курортный сезон, у многих еще отпуск впереди. Какая погода на Черноморском побережье? И посоветуйте туристам, брать с собой зонтики или нет? Решайте сами, но ливни с грозами и порывистым ветром не исключены. Наиболее вероятны дожди в республиках Северного Кавказа, а в субботу в Крыму и в районе Туапсе. Хотя погода там устойчиво жаркая. Температура воздуха около 30 градусов. В районе Анапы, Геленджик и в Крыму до 36. В Калмыкии, Ростовской и Астраханской областях сильная жара 40-41 градус. Температура морской воды у побережья плюс 27. В Сочи 28 градусов. А что в Петербурге и Москве? Жара утомляет. В Санкт-Петербурге не жарко, ливни, грозы. Порывы западного ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха в субботу ночью 16-18, днем 23-25 градусов. В воскресенье прохладнее, ночью до плюс 15, днем до плюс 19. А в Москву возвращается жаркая погода. В субботу ночью 16-18, в центре города до 22, днем 28-30 градусов, осадков не ожидается. В воскресенье ночь такая же теплая, днем воздух прогреется до 31-33 градусов, но пройдет кратковременный дождь с грозой и порывистым ветром. В начале следующей недели дожди усилятся, а температура опять станет умеренной, днем 20-25. Впрочем, погода опять пойдет на улучшение, и уже во вторник-среду без осадков и потеплеет снова до 30 градусов. Спасибо. С прогнозом погоды на выходные с гидрометцентра была Людмила Паршина.